В московском метро были задержаны двое пассажиров, на руках и одежде которых при досмотре были обнаружены следы взрывчатки. Первый инцидент произошел вечером 15 ноября на станции «Теплый стан» Калужско-Рижской линии. 28-летний уроженец Узбекистана, зайдя на станцию, встал на колени и начал что-то шептать себе под нос. Такое поведение пассажира привлекло внимание правоохранителей. Мужчину доставили в комнату полиции для проверки документов. Служба безопасности метро обследовала его с помощью прибора МИОН. Устройство, фиксирующее начало паров взрывчатых веществ, выявило наличие на руках и одежде задержанного гексогена и тротила. Внятного объяснения, откуда на нем частицы взрывчатки, мужчина дать не смог. Также было выявлено, что мужчина нарушил миграционное законодательство и теперь ему грозит депортация. Аналогичный случай произошел спустя два дня на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии. 20-летний уроженец Таджикистана был остановлен для проверки документов. О применении МИОН выявило нитроглицерин на руках, рюкзаке и куртке парня. По обоим инцидентам правоохранителями проводятся проверки. Напоминаем, что экстремистская группировка «Исламское государство» угрожает устроить теракты в крупных городах России за участие военно-космических сил Российской Федерации в бомбардировках позиций боевиков в Сирии. В связи с этим российские спецслужбы работают в усиленном режиме и проводят мероприятия по снижению террористической угрозы.